Приближается начало нового сезона SLTV AM Series. В традиционной лиге примут участие свыше 1000 команд, а дивизион Junior позволит продолжить борьбу за первенство всем участникам, которым не повезло в начальных стадиях. Принимай участие и ты. Регистрация на турнир открыта до 17 ноября и доступна всем желающим. Подробности на сайте dota2.starladder.tv.